И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Виктор Кошак, как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в Гаррис Мод, третья часть, какой аниматроник самый страшный, потому что у нас будет пилпаки с третьей части и пилпаки с четвертой части кошмарные. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита, у кого день рождения, с днем рождения, Кошак, поздоровайся. Всем привет. Ну что, давай будем начинать, все ждут этот ролик, показывай, кто там у нас есть. С какой части ты начинаешь? С третьей? Я начинаю с третьей части. Все, поехали, я тебя только чуть не вижу. А вот я шарик. Это фантом Балун Бой, этот шарик Балун Бой. А где он сам? А-а-а, вот так вот, неожиданно. Это точно будет рубрика «Какой аниматроник самый страшный». Так что, ребята, пишите в комментариях. Не забываем оценивать ролик лайком и подписываться, мне очень приятно. Ролики выходят каждый день для вас. Он умеет проваливаться. Ну, это я вижу, да. Так, что дальше? Говорить. Орать. Пойдет. И на этом он заканчивается. Вот это класс. Ну тогда мочи меня. Воу, кстати, видишь он, как мочит классно. А он у тебя хп не снимает. А, я просто дышу. Да. Я испугался. А, он только пугает, Всё. Как фонарик остался. Так, кто там еще? Во, кстати, это что за подставка, вешалка? Сейчас он обычный манекен, но если чуть подождать... То? Он оживает? Воу! Офигенный пак, мне очень нравится, реально круто. И чё еще? Маску выкинул, видели? Это очень эпично сделано. Звуки какие-то издавать. Тут получается, когда ты стоишь бездействуешь, какие-то они вещи делают. А, ну просто. Да, чуть-чуть. Ладно, мочи меня. На, красавчик. А я тоже, они меня просто пугают. Ну да, ФНАФки они ж не убивают. Фантомы. Давай следующий у нас. Это у нас Чика. Фантайм Чика, я вот вижу, да. О, прикольно, тоже надо ждать? Да, вот смотри на экранчик, смотри на Смотрю. Так, ребята, сейчас, наверное, будет скримак. О, вылазит! Воу, смотри, Чпонькс. Только не самого экрана, а как-то слева от автомата. Ну, смысл прикольный. Но задумка понятна. Так, что она еще может? Она умеет тоже вот так шевелить поп. Танцует. Так, какие-то звуки издает. Очень прикольные. Чё еще? Во! Прикольно. Ага. Так, он ходит под землю и убил. Испуг. Точнее, пугает. Сразу так дыхание зачищается, добавляет антуража. Ничего, следующая, ребята, серия у нас будет «Аниматроники пугают охранника» с новыми аниматрониками. Я просто решил всех показать перед тем, как записывать их, чтобы вы знали, кто что может. Так. Это у нас... Фантом Фокси. А чё, тоже ждать? Опа, вылез. Красавчик. Так, чё он может? Он у нас вот так стоит. Как будто звук гавканья издает. Так, смотри, какой стрёмный. Так. Стрёмные звуки издает. Понял. Опа, типа падает на спину и исчезает. Я вижу тень. Ладно, мочи меня. Давай. Ох, прикольный испуг. Так, следующий у нас Фантом Фредди. То же самое, да, как и Бонни будет? Не, у него совсем по-другому чуть-чуть. Ого, расшатывается. Бум. И вылазит с того места, где оно было. Так, смотрит, никого нету, я здесь. Так. Тоже стоит, дрожит. Блин, они такие все черные, страшные. Издает звуки. Так, я понял. Мочи меня. Отлично. Так, следующий у нас Phantom Mangle. Мне нравится анимация, как они появляются. Очень эпично. У меня такой подарочек рядом. Так, Вова вылазит. Чик. Блин, ну так ночью если увидеть, очень можно испугаться. Ну да, так можно в штаны наложить. Чё она еще может? Она умеет ходить. На четырех лапами. Ногах. И так же просто, на двух. На трех. Ладно, пугай. Она еще издает звуки. Во-во-во, это ее козырный звук. Слева-то голова прикольная у нее живая. Так, следующий у нас Фантом Пупет.
Марионетка. Опа, маленькая шка. Воу, как она туда поместилась? Это магия. Это я понял. Она умеет летать в двух фазах. То есть это медленная и быстрая. Ничего себе, психичка. Она издает звук. Такой криповый звук, я тебе скажу. Так, что и, еще? И прыгает, как в воду. Рыбкой, да? Да. Хоп, и вниз пошла, под землю. Ладно, пугай. Отлично. Скример такой на лице. Как его убрать? А никак. А, не, все. Так, следующий у нас Spring Endo. Это эндоскелет Spring Trap. Так, сейчас он возродится или этот... А, просто оживает. Хоп. Блин, какие они криповые. Он умеет вот так стоять. Кланяться. Что еще может? Издает звуки, как Spring Trap. Понял. Умеет пугать вот так. Круто. И... Еще звуки и убивает. Так, и последний у нас с этого пака Spring Trap. Просто. Самый, который может меня убить. Этот точно меня убьет. Так, сидит, сидит. Дрожит. Холодно, так, что ли? Нет, его... Это же человек, которого в костюме заточит. Ага. Ему больно. Понял. У него три фазы. Это была первая, вот вторая. Прикольно. В фазе он ходит как инвалид. То есть ему... Он издает звуки. Я слышу. Я даже прислушиваюсь. Так, прикольно. Голову оторвает? Нет, он просто хватается за нее. Я думал, он себя разорвет сейчас бошку. Он такой, теперь... его рассматривать можно даже. Ну да. Теперь, чтобы можно было хорошо ходить, он себе челюсть. Так, так, так. Чё... О. О, теперь и можно теперь нормально он ходить? Ходит быстро. Да, он ничего даже... себе. И звук такой металлический, классный. А ну до стены подойди, покажи, как он умеет. Ну, он еще умеет подходить к стене или к стеклу и такой... Хоп. Типа смотреть в окно. Так, ладно. А ну давай проверим, мочит он или нет меня. Убил? Убил. Убил. Вау, теперь точно я слился. Так, ну что, ребята, следующий пак у нас. Четвертая часть, кошмарная. Поехали. Nightmare первый. Пак 4. Самый большой аниматроник Nightmare. Он так классно дышит. Он умеет громко, очень громко рычать. На Катраэл. Ух ты! Вот это он стрёмный. Также слышно, он как дышит. Звуки. Так, я слышу, да, издает. Вот это и кошмарный смех. Ой-ой-ой, ты чё? Так, 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 нормально. Что он еще может? Исчезать, да тпхаться. Невидимым и есть ли. Мочи. Так, следующий у нас Nightmare Bonnie. Nightmare Bonnie, он у нас умеет говорить. Музычку издавать. Не просматривать. У него пружины на пальцах. Он у нас присаживается. Так, также исчезает. Также телепортируется. Ага, вот ты. И убивает. Давай. Бум. Стрёмные очень они. Так, следующая у нас Чика. Чика, она у нас умеет... Воу! Смеяться. Неожиданно. Такие звуки услышать. Угу! Открывает пасть. У вас тут все четко, ни одного... Ни одной пломбы. Становится без... Бессмертной, невидимой, я понял. Бессмертной и невидимой. И? Телепортируется и убивает. Бум! Так, следующий у нас кто? Фокси. Фокси, он у нас... Рычит. Эпично. Блин, озвучка классная. Ого, у него челюсть открывается. Да, это реально очень страшный пак. Один из которых я самых страшных видел. Звук какой-то. Ого, он прям тпхается в пузо мне. Невидимый и убил. Бум.
Так. Найтмар. Кто там у нас? Фредбер. Найтмар Фредбер. Он у нас. Ну-ка. Воу. Громкий звук такой. Я вижу тебя. Тоже смеется, как и Найтмар Фредди. Телепортируется, становится невидимым. И мочит. Так, следующий у нас Фредди, кошмарный. Найтмар Фредди, он у нас умеет сидеть. Вот это у него стрёмная такая посадка на картофанах, и челюсть открывается. Так. Становится невидимым. Прикольная озвучка. Телепортируется в пузо. В пузо, да. И убивает. На. Так, следующий у нас... Плюштрап. Он умеет сидеть. Он какой-то большой, да? Говорить он... Да, он такой большеватый. С размеров человека, можно сказать. Ну, нет. За какой человек. Прыгать может, это стандартно. Прыгать, умеет бегать. Очень быстро бегает, ничего себе. Вот им классно будет в прятки играть. И все, он даже говорить не умеет, его обделили даром. Понял. Что убивает. Отлично. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все, пока!